И награды тем, кто пишет о войне. Сегодня в столице, в преддверии Дня независимости, Союз писателей Беларуси отметил работы молодых и маститых литераторов. Тема для творчества – юбилей Великой Победы. С начала года студенты и писатели-фронтовики участвовали в ряде конкурсов, представляли свои как уже известные, так и свежие литературные произведения. Среди участников более полутысячи, а победителей около сотни. Он на правильном пути. Работая с молодежью, будоража их сознание о той Великой войне, мы своеобразно призываем их к патриотизму, к пониманию. У нас издано в этом году на эту тему около 250 книг, посвященных Великой Отечественной войне. Все произведения авторов не только в рукописях, но и в твердом переплете. У наших литераторов есть и свой проект, посвященный Великой Отечественной войне, библиотека Союза писателей Беларуси.